Один из швейцарских банков теперь принимает биткоин, биткоин кэш, эфириум и лайткоин. Как сообщает Cointelegraph, частный банк Falcon Private Bank из Цюриха стал первым банком в Швейцарии, который начнет обслуживать криптовалюты. Первая реакция на внедрение биткоин-услуги была довольно положительной, как отметил Артур Вайлаян, глава департамента по продуктам и услугам. Именно поэтому банк рассчитывает, что добавление трех других блокчейн-активов также удовлетворит ожидания клиентов. Напомним, еще в середине июля банк в партнерстве с Bitcoins with AG объявил о предоставлении биткоин-услуг. Тогда же швейцарский онлайн-банк SwissQuote также объявил о предоставлении услуги биткоин-инвестирования.